8 лет вас ждала. 8 лет. Восемь лет ждала от этого придурка, клоуна. Он клоун. Как можно такое перенести? Он хочет 200 ваш. Очень мало. Сейчас я вам кушать дам. Консерву отдам. Все, что у нас есть. Если в следующий раз встретимся, еще отдам. Кушать дам, все дам. Вы я тоже благодарю, брат. Сейчас требую вам купить. Домой приведете покушать. Колбаски. Вот здесь колбаски. Все. Спасибо. Вы с Мариуполя же выходите? Да. Да, мы видим, много людей выходят. Сколько людей из-за этих бандеровцев, за них страдают, сколько народ весь украинский страдает. Это все знаем, видим. Но продолжение дальше этой грязной политики вообще бы уничтожил бы весь украинский народ, и в том числе и российский. Поэтому президент страны Владимир Владимирович Путин вынужденно принял меры по очистке Украины, украинский народ. От этого мы понимаем и уважаем украинский народ, и как все народы. Но, к сожалению, мы сами и наш народ тоже испытал на себе две войны.